Привет всем любителям Anno 1800 и вообще стратегий на развитие и создание цепочек производства. Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Леша Играет. И я, в общем-то, уже прошел дополнение Земля Львов, то есть я все тут по максимуму вот так сюрприз. В Африке сделал. Что? Ты переезжаешь к нам? Но... теперь я хочу заняться университетом и учеными. Я чувствую. В общем-то, тут что-то у меня уже исследуется, по-моему, кофе прям на острове производить. И даже есть ачивка, люди, по-моему, 50 тысяч, нет, не 50 тысяч ученых. Сколько там, 20 или 10 тысяч ученых? Я, конечно, такое выполнять не буду. А вот всякое пооткрывать в университете я хочу. Ну и плюс надо удовлетворить нужды ученых, видите, они тут тоже есть. Вот сейчас нам надо костюмы на заказ сделать. В общем-то, это уже такое, знаете, как факультативное занятие, дополнительное. Просто хочу поделать. Значит, для этого нам нужна льняная ткань и хлопка и просто ткань. Причем просто ткань мы сможем здесь производить из дерева и овцефермы чуть позже. А льняную мастерскую, ну, льняную ткань придется из Африки таскать. Кроме того, я, наверное, в Африке хочу уже реально до максимума сделать. То есть тут вот удовлетворены все потребности, но в счастье не удовлетворены глиняные трубки. Мне для глиняных трубок нужен табак. Давайте глянем в новом свете, насколько вообще у меня тут производство табака работает. Так, я вот не уверен, где я его произвожу, я сейчас хрен найду, мне кажется. Давайте глянем. Так, сигары не здесь, очевидно. По-моему, я на этом острове их делал. Да, ну как минимум тут вот... Слушайте, вот тут дофига табака. Кроме того, у меня сюда бегает за хлопком караван. Давайте мы его добавим, чтобы он еще и заглядывал... так, где это у нас была Африка. Вот. Вот хлопок. Давайте, пускай он еще и заглядывает на этот. Видите, как раз по пути получается. Очень хорошо. Заглядывает сюда. Так, подождите, это он вот отсюда. Просто после просперити надо, чтобы он где-то делал. И собирал табак тоже. Соточку, мне кажется, хватит. Вот. Так, принять. И в NBase у нас получается... И что тут требуется? Глина тут дофига. Глины тут дофига. Угу. Ну, сейчас я одну, наверное, поставлю трубочника. Я думаю, этого хватит, чтобы он делал. Так, этого достаточно. Теперь нам нужно... Льняная ткань. Давайте посмотрим. Она, по-моему, у меня здесь в избытке, да. Но я, наверное, могу... Наверное, даже не могу, а стоит поставить еще одну. Вот они. Льняные мастерские. Специалист по чаю. Тут... Ну, книг, мне кажется, здесь и так дофига будет. Если у меня будет что-нибудь на... Есть ли у нас какой-то чувак на эти самые льняные... Так, какой-то квест мне хочет дать. Император. За Маршу Свалду выступает, я на вас надеюсь. 20 тонн похлебки, окей. А вот здесь я так и не могу найти эту звездочку. Какой-то глюк. Ну вот, висит, я думаю, что... Выйдет патч, они этот квест поправят. Это явно... Какой-то баг. Так. Давайте смотреть. Готовы. Что тут можно прикупить. Кстати, я могу просто льняную ткань тут покупать и возить. Тоже вариант, между прочим. Просто покупать здесь. Императорский скорпион. У меня такого нету. Лопоухий финюк. Тоже такого нету. Статуя гора. Ну, слушай, давайте я вот это все куплю и завезу... Нам есть что друг другу предложить. Завезу в музее. Вот так, а это вот все остальное у меня было.
Может, в следующий Давайте загляну еще, что тут я не забрал. Так, а этому 20 тонн похлебки. Есть такое. Отлично. Так, давайте смотреть, окей, какие у нас караваны бегают из, в Африку из Трелони. Чтобы я... Так, это местное, вот. Давайте, наверное, будем сюда забегать и скупать, в общем-то... Так, а сколько тут? 6, да? Нам надо... Давайте вот вместо... Ладно, давайте пока так сделаем. И в хлябе выгружаем. Так, примем. Кроме того, что у нас в Трелоне... У нас явно возят... Возят ткань. Вот она, ткань в хлябь. Давайте смотреть, сколько... Ну, вообще, я могу, конечно, ткань в Трелоне, но мне в данном случае я бы... Слушайте, может, мне пока несколько раз просто привезти, не делать уже... не делать маршрут, потому что я смогу ткань здесь просто производить, на этом острове. Кстати, и чай из гибискуса тут можно будет производить. Интересно. Но я бы чай из гибискуса, наверное, возил, хотя они, наверное, будут много потреблять. Тут вообще должна быть уже какая-то ткань, мне кажется. Я привозил, да, 130 есть. Хорошо, давайте глянем, сколько у нас ткани, собственно, в хлябе, куда я ее постоянно ложу. Просто там из нее делают шубы. Дофига. Просто немерено. Так, вот у нас тут есть лишний грузовой. Пока просто ручками, не хочу делать маршрут, еще раз повторю. Так, здесь у нас... Готовы! Куда мы... Вот сюда надо привезти. Тут мы еще какой-нибудь... А, тут у нас есть... Все удалось, я полагаю. Так, и этого парня в Трелоне. Курс проложен. А тут загружаем по максимуму ткань. И везем тоже в Трелоне. Примите благодарность императора. Маневрируем. Так, теперь вопрос с этим маршрутом. Когда он вообще ткань привезет? Где вот он сейчас находится? Вижу, так, мой советник надо. Вернулся. Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Ага, он Я сейчас... Я не допущу, чтобы Энбесса вновь стала раздробленной. Он сейчас как раз в Энбессе везет... Очки и стекло. А табак еще не привезли, да? Давайте глянем, где этот находится. А это как раз табаком загружается. Ну, пока подождем. Беса. Так. Что Но тут еще пора. Можно купить? Нам бы какого-нибудь чувачка... О, карта. Давайте куплю, хочу и эту куплю. Ну, у меня просто тут находится как раз. Цветы из светильников, мне кажется, нафиг надо. У меня светильников немерено. Больше ничего не буду покупать. И просто сразу их используем. Как же мы соскучились по волнам. Полету готовы. Готовьте старый телескоп. Так, давайте смотреть. Этот остров... наверное, вот этот.
судя по всему. Корабль вернулся в порт. А вот этот остров... сложно, кстати, сказать. Ладно, давайте пока... сюда... ну, это очевидно... так. Где-то тут. Вот оно, по-моему. Принято. Давайте еще раз откроем. Я где-то вот тут должен быть. Координат. А, вот он. Так, а эта карта. Давайте так посмотрим. Блин, не знаю даже. Вот, вот этот остров, похоже, да. Вот этот. Ну-ка. Блин, а чё? Не понял, кого я сюда отправил. Новый заказ? Чё-то кого-то не того я сюда отправил. Есть. Да, блин. Что за... что началось, я не понимаю. Идём в конвой. Такое ощущение, что мне где-то Ctrl запал. Так, значит. Значит, раз этот остров, то к этому как раз ближе будет подплыть. Значит, еще раз смотрим. Вот тут где-то. Во. Отправляемся. Значит, тут первое, а вниз сплаваем второе. Дальше, что у нас, в общем-то, в универе? Должно появиться открытие. Я один из ученых. Могу я вам нет, чем-нибудь еще, помочь? Еще 8 минут. Проложите курс. Тут я привез в музей всякое, но у меня маловато влияния на самом деле, чтобы это в музее размещать. Вернемся пока в НБСу. И, наверное, стоит экспедиции поотправлять. Да, у меня вот весь флот прибыл сюда. Надо сбросить крейсер пока. Готов. Потому что они в экспедициях нужны. Да, намного удобнее контролом стало это все делать. Не надо открывать меню склада. Все великие люди готовы. Поехали. Зоологическая экспедиция. Ну, давайте как раз вот эту ласку. Он тут находится. Отриньте сомнения. Их и так много. Ласка. Охота, дипломатия, армия. На охоту у нас подзорные трубы вот эти. Дальше. Дипломатия это вот этот чувак. Ну и армия вот это. Так, жрачка, чтобы дипломатию работала, это нам надо шампанское взять. Так, а что у нас еще может быть на охоту? А, у нас еще есть, да, я помню еще, так, только не, все предметы. У нас есть одна такая, вот эта хорошая на охоту, 35. Так, 73%. Ну, в принципе... давайте глянем. Вот это, наверное, не будет работать. Видите, она не добавляется сюда. А я хочу сюда именно добавить. Хочу, на дипломатию кто-нибудь есть? Вот, 25. Ну, это посильнее. У него на 45 дипломатия. 50 дипломатия. Фига себе. Рахим ученый, гипнотизер. Так, вот эту поехали. С шампанским и гипнотизером на борту. Это будет веселая экспедиция, несомненно. Так, охота на пиратов. Ну, давайте, господи, ладно. Мы готовы. Какого-нибудь кондора. Пора покопаться. Ну, они на самом деле, по мне, так самые легкие и... армия, флот. Так, медицина тут, по-моему, пират должен быть. На меди... вот этот, да.
Леди Лу, это женщина? Ничего себе. Так. Армия, флот, медицина. Ну и на медицину давайте Рома возьмем. Заодно и питаться им будем, по-моему. Прекрасный план. Так. Флот, армия. Корабль вернулся в порт. Плюс 9% на 3 черепа. Нормально, нормально. И давайте, не знаю, Кайру 2 еще охоту на пиратов. Готовьте, старый. Сейчас надо, чтобы этот собрал все и... Кажете? Да, все, чтобы случайно не собрать. Кайра 2. Время секстанта. Плот. Корабль вернулся в порт. Лот. Так, Вера, по-моему, есть. А, нет, на корабль нету, видите. Ну, можем товары взять на Веру. Это, например, тот же хлеб. Маловато, конечно, Вера. Да, ну что лампочка Веру дает. Дипломатия Вера. Ну вот, есть у нас архиепископ-гипнотизер. Флот 50. Давайте еще вот эту на армию, да, отправим. Так. Теперь смотрим товары. Ткань все еще 130. И льняную все еще не привезли. Пока не можем строить. Смотрим в НБСе. Это у меня руины в Арктике. Не хочу ею заниматься вообще, говоря. Так, что найдем? Сердце волнуется, как блин. Прямой. Я купил ее, кстати. Наверное, зря. Так, а тут у нас где? Вот тут Путей. Плаваем. Теперь... Привезли ли сюда табак? Плывем на край света. Да, привезли. Ну, что, давайте ставить эту трубушную. Да, уже все будет по максимуму. И здесь поставлю. Или... Ладно, тут так... Чертежи только включить. Отдыхать будет некогда. Вас ждет много работы. Ну, все. Я полностью уже потребности. На вашей фабрике произошел взрыв. Блин. Что в этой Арктике все? Так, сюда надо привезти бревна все-таки. Мы соскучились по волнам. Пути! Так, экспедиция отправлена. Смотрим Трелони. Никогда не перестану радоваться этим. Ага, это я привез немерено ткани. Отправлю обратно. Еще ручками привезу. Нам тут не хватает только вот этой льняной ткани. Где у нас кораблик с нею? Блин, 6 велосипедов везет. Что-то я... Пожелайте нам удачи. Не очень использую. Корабль, все, 6 велосипедов. Переводит тут Африка. Африка, вот. Ткань, где он? Ага, он только отправляется. Вот везет 50 тканей, он только из Африки. Ну, вообще скоро привезет, на самом деле. Скоро, на самом деле, привезет. Пароходик чух-чух-чух развозит нефть по электростанциям. Я так понимаю, что до сих пор никаких экспедиций именно в Африке нету. Вот мне бы такие экспедиции интересны. Давайте, может, эти под этих поотказываюсь. Отриньте сомнения, их и так много. Все наши надежды на попутный ветер. Может, тогда новые будут предлагаться.
Отриньте сомнения. Их это... Так, а чего им тут не хватает вообще? Почему они... Нет, плюс. А нет, минус. Моя защита от обморожения лица действует. Нарты. А я вообще вожу сюда? Блин, да не хочу я этим... Готов. Заниматься на самом деле. Сколько тут нарт? Я, наверное, их вожу. Да, 348, просто мало. Давайте глянем, где у нас... Арктика. Вот, Арктика у меня... Мы получили разрешение на расширение кампуса. О, можно расширить. Так. Тут я загружаю... А почему? Подождите, почему нет на складе? Только что посмотрел, что его там немерен. А, это сани. Так. А именно нарт. Ну, видите, у меня ограничение, чтобы 50 оставалось всегда тут. Так, ну давайте еще нарты поставим, чтобы делать. Хорошо, а собачки есть? И собачек немерен. Значит, надо вот эту... Минус 100, да, как раз хватит. Так, где поставить... Чтобы отопление было. Да, блин, там нету отопления. Тут где-то надо. Тогда я меньше дерева буду добывать. Меньше дерева. Вот сюда надо. 93%. 92, 90. Ну, наверное, все равно можно ставить, я думаю. Техник воплощает теорию на практике. Нарт не хватает, чисто нарт не хватает. Именно для населения. То, что тут отопление, это не особо... Это, видите, на... Хорошо, а куртки у меня тут есть? Может, и куртки им тоже возить. Все-таки занялся я этой Арктикой тупорылой. Нет, курток нет. Ну и фиг с ними. Главное, чтобы нарты возили. Так, значит, мы в мысе... А что я исследовал? А, увеличение количества... Корабль вернулся в порт. Разрешение на расширение кампуса. Надо дополнительных домов для ученых. Ага. Но мне надо вот это. А тут надо, чтобы 5000 было, видите. А у меня нету предела пока. То есть я не могу даже на 5000 ничего открыть, потому что у меня предел 1000. Ладно. Пока ничего не привезли. Окей, в НБСе, да, уже глиняные трубки пошли в обиход. Отлично. Нехватка шнапса, ужас. Своего лидера. Так, надо тратить эти очки, 1000, я... Блин. Хорошо, а сколько я могу сейчас ученых построить? Здесь известная персона. 5 штук. Ну, давайте строить. Дальше, я думаю. В общем, мне бы, наверное, в центре желательно. Нет, тут у нас... Вот тут можно, я думаю... Полицейский участок 4 на 4.
Хорошо, если мы вот так сделаем. Ваши люди чествуют своего лидера. Да, жалко, не влазит уже. Так. Ну, может мне подвинуть этот полицейский участок тогда лучше? Куда-нибудь вот сюда. Вот так как-нибудь поставить. Или вообще вот так. Так. Упс, дороги нету. Внезапно. Да, тут у меня все на тоненького, оказывается, построено было. Так, ну, видимо, надо вот так сделать. Тут еще и электричество прекратило поступать. Так. Тут пока сносим. Ставим вот так. Не хватает рабочей силы. Да, ну тут, короче, есть место для квартальчика. 3-4. Я бы вот так сделал. Сладкое зеленое. Так, у меня, по идее, видите, сейчас будет 500 ученых. Ну, должно, по идее, до 500. Добраться. И главное, потребности. Костюмы на заказ. И станет предел 2000. И, блин, старейшины больше науки дают, чем ученые. Что странно. Как удаляем. Удаляем. Больше я пока не могу ставить. Давайте, что нам сделать в универе? Что мы можем вообще я один из ученых. Поисследовать? Ну, объект... Я дайте идентифицировать дальше. Это специалистов, это... Знаете, вот эти дальше. Что ж, уйдем с головой в культуру. Так, что вам кажется наиболее достойным? Инвестируем в военные, промышленные или гражданские технологии? Эти в гражданские для ратуши. Развитие специалистов. Мы можем предложить одному из гостящих у нас экспертов остаться здесь навсегда. То есть ратуша, дайте профсоюз. Гражданские. Все, пока не хватает очков. Так. Грузовой корабль готов. Кофеек. Все еще нету льняной ткани. Ладно. Так, у нас 15 домов, да, ученых. В каждом доме 31. Не, все равно будет 450. Все-таки мне надо костюмы на заказ делать. Танкер вот прибыл за тканью. Ой, не в НПСу, чуть ли я. В Королевские водопады. Так, ну что тут Арктика? Стало больше производиться
Да, уже увеличивается. Значит, он явно возит. Готовы. Одну привез пока. Ладно, давайте я тут снижу... снижу, чтобы можно было вот так, 25, чтобы оставалось. Пускай побольше привезет. Тут хоть появятся работники до максимума. То как они без собачьих упряжек тут, бедняги, конечно. Так, смотрим в НБСе, что хватает трубок. Ага. Зашибись. Так, давайте, может, поставим тут продажу тогда товаров каких-то вот. Молоко. Пускай остается 50. И продается... 75. Рубахи тоже. Пускай 50 остается, продается до 75. Так, что-то у нас мяско заканчивается. Вот мяско надо построить еще одну, похоже. На острове 3 штуки. А как у нас с ресурсами для этого дела? Ага, соль. Вот быков достаточно. Значит, нам еще одну солеварню надо. Очевидно. Подождите, а может... так, сколько у нас? 3 штуки. Они 100% работают. Ага, видите... Рассоли не хватало на производство. Так, давайте глянем. На них, по-моему, никак не действует. То есть просто 100, да? А, ну да, я их 3 поставил, а солеварни не 3. Хорошо, а сколько быков? 2. Но быков 2, при этом у них... Вот. Офигеть, тут поля одного не хватало. Тем не менее, они работают на 300%, по-моему. Благодаря силосу. Сейчас меньше, просто потому что склад переполнен. Там этих быков уже просто не знают, куда их запихивать. Но в принципе, да, на 300%. Раз они на 300%, то они, как считаете, 6. Ну да, как раз. Все, не, ну с мясом все нормально, значит. Можно ничего... Одной солеварни не хватало чисто, и все. Так, давайте их тоже на продажу поставим. Запас 50 пока делается, а торгуется выше 75, когда будет. Так, что у нас еще? Гибискус не хочу продавать, керамика, минимальный запас 50. Навстречу продажа на 75. Так, что у нас в экспедиции? Пушки к бою. Огонь по пират 145%. Хотя, может, можно посоветоваться с пиратом. Тоже награду, по-моему, 20 золота и ром. Зашибись. Так, керамику продаем. Ковры. Сколько злости. Продаем. Книги. Продаем. Все сгодится. Так, похлебки у нас как-то немного, пока пускай нет. И светильников немного. Так, все остальное пускай пока будет. Как у нас тут, интересно, баланс в итоге? Плюс 116 все-таки. Нормальненько, нормальненько, мне нравится. Что за квестик? За Манфус Валду выступаю. На все воля бога. Опять 20 тонн. Да иди ты, надоел. Не хочу я тебе похлебку возить постоянно. Так, появилась наконец. Да елки, да. Где он, блин? Сколько можно вести? Я уже не знаю, чем мне заняться здесь. Надо было руками привести, короче. А хрена ты стоишь, блин? Мудила.
Так, ладно, давайте используем. Он, конечно, будет ходить на маршруте, но я сейчас еще этим аэростатом куплю. Ткань. Я какого-то хрена нажал на паузу внезапно на этом маршруте. Не знаю, почему. О, не выкопал сокровища. Мечта любого капитана. Это полная фигня, блин. Золотая карта за 100 тысяч, и мне вот такое дали? Может, это не та? Нет, та карта. Ну, охренеть. 5 баллов просто. Пошли, все продадим. Начинаем поворот. Так, значит, во внутренний двор, там есть свежий кофе. Это покупаем. Попробовать нас карту еще испытания. Раз. Так, дополнительный доход я не хочу. Карьера, бумажная мастерская, нафиг надо. Гавань для ловли омаров, нафиг надо. Изготовитель светильников. Давайте карту. Сразу ее используем. Ага. И аэростат. Королевские водопады. Что у нас в экспедиции? Попытаться пройти через узкое место. Получилось. У нас там 90%. А, вот на этом острове. Вот тут оно. Вон. Давайте сразу. Мне надо продать сначала. Места тут нету. Статуя гора, по-моему. Ладно, не буду статую гора продавать. Статую гора давайте заберем. С кораблика. Впереди немало трудностей. Мы больные, вот беда. Блин, а что-то медицины тут нет. Понаблюдать за развитием симптомов. А, вроде окей. Пронесло. Я не хочу этот квест выполнять. 20 тонн похлебки, потому что у меня как раз похлебки меньше всего. Я не хочу увеличивать. Вода никогда не бездействует. Так. Тут перекинем сюда. Остальное продадим. Абсолютно ненужная хрень. И поплыли. Где тут? О. Корабль вернулся в порт. Так, этого завезем сюда. Что там за корабль вернулся в порт? Мод готов. Да блин, у меня такое ощущение, что... Может, у меня капслок? Нет. Почему вот мне начинает несколько кораблей выбираться? Готов. По какой-то причине. Так, это маршрут. Это маршрут. Как у нас дела в Арктике? Да, все зашибись. Видите, именно в нартах была проблема. Ну, кстати, я бы еще больше... Так, какая тут вообще цепочка? Минута, их две штуки. Сани. Одна штука. А почему их больше делается тогда, интересно? Странно. Ну вот, собаки стали уменьшаться и... Ну, в общем, две штуки достаточно, мне кажется. Так, а вот этот у нас везет льняную ткань как раз. Есть. Давай выгрузимся. Обратно в хлябь. Следи за краном. Боже, у него тут уже швейных машинок и граммофонов некуда выгружать, судя по всему. А у аэростатов, кстати, вид нельзя поменять? Полету готовы. Нельзя. Жаль. А что у меня влияние на что
максимум. Торговля, оптимизация, культура, экспансия, армия. Второго уровня пропаганда. Ну, пропаганды нету влияния, просто потому что я вообще не редактирую газету. Как выходит, так и фиг с ней. Так, где аэростат с льняной тканью? Кстати, а кто будет работать на этой фабрике? Мастера 200, у меня их 1000, ладно, нормально. Вопрос, сколько их, интересно, надо, этих лавок? Ага, еще электричество ей нужно. Ну, я буду где-то... Вот тут рядом с портом, наверное. Ух ты, какая большая. Ну, вот тут поставлю. Как раз рядом. Давайте даже вот так. Как раз рядом с универом. Полет нормальный. Так, возвращаем Мбесу. Этот этап самый сложный. Лавка портного. То есть только в таких костюмах ученые могут ходить. Давайте тут. Как насчет чашечки кофе? Вы играете уже 2 часа. Так сделаем. Красота. Мне не хватает материала. Так, а откуда он вообще их возит? Может, мне тут склад вот тут поставить, чтобы побыстрее было? Не бойтесь неудач. Ну нафига мне удал? Я не смогу, у меня нету, да. У меня нету мастерства вообще никакого. Новые экспедиции не появляются. Так, что тут за городской карнавал? Уровень счастья плюс 40, дополнительный доход от пива, шнапса, рома и игристого вина. Поэтому я тут деньги. Ну, кстати, как-то мало денег, на самом деле. Я помню, под 500 000 было, был доход. А где карнавал-то? Где, собственно, сами празднования? Я хочу принять участие. Не, серьезно. Написано карнавал. А людей что-то не видать. Паровозик облачко. Вдаль бежит, качается. Какой-то трындеж про карнавал. А, вот. Так, слышу. Слышу. Во. Ну, так себе карнавал. Не радует. Бракованный. Корабль вернулся в порт. Ну что там, костюмчики уже пошли, нет? Багровые. О, пошли. Водопады. Сейчас им будут понадобиться. Опады. Ну не сейчас. Кстати, а вот и уже увеличивается, видите, лимит. Теперь у меня 2000 лимит. И, наверное, надо. Так, если у меня 1000 должна быть ученых, впереди, а их тут трудностей будет, судя по всему, 600. То есть мне надо еще увеличивать количество домов, так? Сокровища. Капитаном Моби, старый морской пес. Ну,
Давайте, ну, исследовать расширение кампуса. Открыть. Я чувствую. Вот это все, видите, 5000. Мне надо, чтобы у меня было 5000 очков. Потому что у меня было 5000 очков в пределах, мне надо ученые. Вот и все. Ну, поехали, расширение. Сейчас у меня максимум стоит 15. 15 домов. Адмирал! С максимумом. Адмирал! Но я как-то не знаю, пока еще какой максимум, там потому звери, что адмирал. не накопились очки, не накопились эти костюмчики. Смотрите, тут 44, может их 45 будет? Нет, даже 46, 50, мне кажется 50 будет. А, так я могу посчитать на самом деле. Плюс 23. Блин, их сколько было? 39 что ли? 12. 31 был. 31 и 23 это 54. 54 на 15. 540 и 270. 610. 810 будет ученых. Ну, когда будет полностью. Интересно, почему. А, это следующий, кстати, еще повысится лимит. То есть 810 ученых будет. Лимит еще раз повысится. Но мне сейчас не особо надо. Мне надо, чтобы у меня было 1000 ученых. А они появятся. Это мне сколько домов еще надо? Как... Ну, то есть, да, все правильно я сделал. То есть мне надо еще 5 домов как минимум ставить. О, блин, так мне надо похлебки делать. Мне надо сделать там. Ух ты, радиовышка будет какая-то еще. В будущем. Ну, счастье ведь есть. Плюс 56, я даже могу не удовлетворять их счастье. Ну, тут он ром будет жрать, как не в себя. Но, в принципе, норм. Так, мне надо заняться, значит, похлебками. Потому что мне явно нужны будут похлебки. Ну, что-то горит где-то. А, вон. Что на похлебке? По-моему, там омары нужны. Тефа, пряности, омары. Давайте посмотрим. Ну, тефа у меня, по-моему, тут немерено. Можно даже, да, новую не ставить. Пряности маловато. Но это на другом острове. И омаров тоже маловато. Пожар вышел из-под контроля. Так. Там все еще тушат. Ладно, давайте, значит, еще две фермы с пряностями. Может, хотите выпить чаю? Это значит, что нам надо 30 пастухов. Неплохо. То есть... Осталось немного настроить массинка. Кстати, тут надо счастье поставить. Пожар. Блин, дерева нет. Ущерб. Офига, я тут не покупаю дерево. Так, надо привезти. Во-первых, отремонтировать. Полету готовы. Во-вторых... Привезти дерево. На всех парах. И сколько тут у нас жителей? 6. Если мне нужно 30, значит 5 домов. Раз, два. Три. 4, 5. Готов. Блин, я не успел привезти дерево, мне этот чувак продал дерево, все, не сгружается теперь.
Так. Две фермы с пряностями. Давайте думать, как их размещать. Блин, придется тут дорогу провести. Иначе... Так, вот здесь делаем. И здесь делаем. А давайте вот тут я поставлю. Ну, склад еще один, да, придется делать, но меня это не смущает. Так, и здесь складецкий. Команда готова. И дорога. Отлично. Так, что у нас тут? Ночь в тюрьме. Отравить стражу. Блин, не получится. У меня нету ни того, ни другого. Ну, подстава. Хорошо, штраф. О, у меня есть золото. Ну, давайте 5. Заплатим. Зато не уменьшится мораль. Так. Перец есть. Две фермы. Теперь две фермы по добыче крабов. Нужно 70 пастухов. Ну, 50 уже есть, кстати. Так, давайте пока... Так, и так сделаю. Значит, мне еще... 20 пастухов надо, да? Значит, 3 домика. Раз, два. Ну, давайте 4 сделаем. Пускай будет на будущее. Так. И... Обе ферм. Даже апну здесь порт. Полет так. Нормальный. Поеду сюда, сброшу дерево. Ну, тут сейчас появится минус 16, не обращайте внимания. Это тут уже, видите, ноль. То есть тут идут специи. Трудностей. Мы мастера своего дела. Да, интересно, почему не появляются новые... Не появляются новые экспедиции пока. Готовы. Нас ждут испытания. Готовьте порох. Мне нравится там вариант молить Бога о помощи. И главное, когда у вас хороший архиепископ, то это вполне может
сработать. Полет нормальный. Так. Ну, наверное, можно уже поставить. Не везут, конечно, еще пока тот перец и крабов, но тут уже накопилось определенное количество, поэтому я думаю... Ваши люди чествуют своего лидера. Значит, минута... Минута... Нас почтил присутствие. Так, кстати, нам надо мельницу Тефа еще поставить. Еще одну. А где у нас до этого была? Ага, вот тут. А на нее как-то влияет разве? Не особо. То есть пофигу, можно в любом месте ставить. Так. И две кухни. Так, а где первый... Где первая кухня? Их и так, кстати, две. Блин, да куда... Где они? А, я вспомнил, я тут их разместил точно. У меня отдельный кухонный комбинат. Да-да-да. Слушай, так может эти мельницы тогда сюда тоже перенести, чтобы все в одном месте как-то было. Все равно на них не влияет. Что? А, племянница. Давайте, наверное, так поставлю и сюда. Главное не забывать, что они вообще там у меня есть. Сейчас не мог найти. Так, и эти ставим. Ну, по идее, для будущих ученых Супчанского должно... Хватить. Хочется надеяться. Значит, мы его в продажу ставить не будем. Хай копится. Давайте смотреть, как у нас тут обстоят дела с учеными. Так, этот еще везет ткани. Ну, там уже ткани будет завалить, мне кажется, да? Когда это он тут откроет? Исследовательский институт. 17 здесь минут, хорошо. 200%. Люди чествуют своего лидера. Накапливаются ли у меня эти сюртуки? Где оно? Ну, не накапливается, кстати, мне надо еще один. То есть их не хватает постоянно. Так, сколько... Это можно так смотреть. Производство. Ну, вообще ноль написано. То есть как бы... Ну, вообще нарисовано, что спрос повыше, чем... Ну, давайте еще одну поставим. В любом случае... Нам в будущем точно больше понадобится. Так, слушайте, ну я... Давайте я эти 17 минут... То есть мне... На пороге открытия. Собственно... Сейчас уже делать нечего, кроме как дождаться... Вот этого открытия. Чего вам это смотреть? Я тут внезапно выяснил, что у меня, оказывается, маршрут возил в хлябь.
льняную ткань, а не это предвидела. Водопады. Надо. У меня вообще нету, по-моему, маршрута. И знаете, я бы, наверное, аэростат поставил летать. Поэтому надо просто... И просто использовать аэростат, я думаю. То есть сделать новый маршрут. У меня просто нету маршрута между Африкой и Трелони, оказывается. Тут я ошибся. Корабль вернулся в порт. Поэтому... Ну, поэтому надо сделать. Да, нету таких маршрутов вообще. Ладно. Значит, из НБС мы покупаем вот здесь. Там у него 150 их обычно, поэтому я 3 поставлю. И летим в Трелоне. Выгружаем. Добавим сюда ветерок. Так. Следи за краном. А где этот корабль, который... Ага, вот он плывет. Сейчас он выгрузит ткань сюда. И я его отправлю. Потом ручками надо будет ткань отсюда забрать, к сожалению. Так, тут у нас никто еще не приехал, и уже, наверное, сюртуки накапливаются. Ага, уже 10, отлично. Хочу еще посмотреть, накапливается ли в НБСе похлебка. Хотите предложить диковинки? Ваши люди чествуют своего лидера. Проложите курс. Да блин, опять не могу отменить выделение. Да, нормально, накапливается. Ну, можно даже так посмотреть, типа производство и потребление. Вопрос, сколько будет потреблять. Ну, видите, на плюс 2 идет. Но сколько будет потреблять этой похлебки ученые, вот в чем вопрос. Хватит ли ее? Новый заказ? Блин, где этот Рэйчел? Грузовые станции. Да, блин. Джен уже уплыл. А, не, разгружается. Так, все, он выгрузил ткань. Значит, можно это убирать. Вот это так уберем. Надо будет отсюда забрать ткань, не забыть. Так приятно отринуть грузовые станции. Вот этим кораблем, который я вручную ткань вожу. Но ткани у меня тут немерено. Уже. А вот льняной ткани не немерено. Так, сколько мы еще? На пороге открытия. 6 я минут чувствовал. Смит 5000 стал. Ну, а как? Адмирал! Ну, то есть, все, мне даже уже не надо больше ученых. Не, вообще-то надо, чтобы... Ну, то есть мне 1000 ученых все-таки надо. Ну, ладно. Пришло время сражаться. Он вполне готов. Поставим еще домики. Полет ну, там нормальный. Немного, кстати, надо.
Так, возвращаемся в НБСу. Я один из ученых. Могу я вам чем-нибудь помочь? Ускоримся. Еще раз. Сколько мне надо домов реально? Если 54, да? То есть 54, видите, тут максимум. То мне, чтобы получить... Так, мне надо не 900 ученых, мне надо 1000 ученых. Мне не хватает 190. Ну, 4 дома. 4 дома надо будет поставить. Впереди немало трудностей. У нас вот тут райончик неплохой. Тики, твари. А мог, я, конечно, мог его оседлать, и тогда бы я привез животное, но у меня, я уверен, что у меня это животное уже есть. Просто, чтоб не захламлять. Так, у нас вот тут райончик. Тоже надо, наверное, как-то сделать, чтобы они вместе были. Домики, я имею в виду. Корабль вернулся в порт. Можем отправиться в путь, адмирал. А вот и новая экспедиция. Интересно, куда? Пора покопаться в старом сундуке. Так, тут не написано, надо так смотреть. Но опять не в Африку, как будто бы выглядит, да? Так, это уже идет экспедиция. Это идет. Идет. Корабль вернулся. Подождите, а где новая-то? А, вот она. Ну, неинтересно. Откажемся. Грядет дьявольская буря. Так, ведь сюда два домика влезет. Сюда один. Да, наверное, поставлю. Газа не хватает. Но это, видимо, из-за того, что там в Арктике у меня долгое время не хватало работников, соответственно, и... Газ перестали добывать. Ну и привозить. Здесь витают весьма интересные идеи. Так, прибыл сюда. Торговый нет еще. Так, ну давайте тут. Я один из ученых. Могу я вам чем-нибудь помочь? Ускоримся. Буквально несколько секунд осталось. И на 5000 начнем уже. Открывать. Есть. Забираем 5 домов ученых. Теперь мы получили разрешение на расширение кампуса. Вот методы производства. Давайте вот это. Производство хлопка в старом свете. Сначала это откроем. Мы проводим удивительно. Не хватает инженеров. Интересно, это как-то повлияет на него это или чисто на скорость? Институт. Здесь ведутся... Да, видите, не идет. Мне надо еще и инженеров добавить. Ну, давайте сначала с учеными наконец разберусь. Я могу не сдерживаться. Хочу 1000 ученых. Так. Так, а как мне тут дальше лучше разместить?
Да, наверное, так сделаю. При себе там где-то, по-моему, еще я мог... Какой-то квартальчик я хотел... Вот тут. Так. Надо, значит, вернуть дороги. Отлично. Нет предела совершенству. Ну что, сейчас будет у нас... Сколько ученых уже? 820. Сейчас увеличится до 1000, даже больше 1000 будет. Не следуйте это. Не хочу я. Придумать это право каждого. Ничего. Так, теперь нам надо инженеров сделать. Иначе у нас не идет исследование вообще не идет. Я думал, может быть медленнее, а нифига. Сегодня здесь витают весьма интересные идеи. Так, значит, во-первых, мастер... А, слушайте, так они... Их на электричестве начинает не хватать. Так, значит, где мастера у нас? Блин, где у меня мастера тут? Или у меня тут нету вообще мастеров? Подождите. Просто эти мастера могут быть за счет влияния. Да, как минимум 200. Не, значит, ну, хоть какой, ну, хотя бы 400 должно быть мастеров. Где они? Вот, кажется... Нет, это ученые. Блин. Где дома мастеров? Что-то я... Вот, например, да? Их 3 штуки всего. Зашибись. Блин, мне, короче, мне надо... инженеров делать. Я, конечно, могу уменьшить инвесторов, но не хочу. Просто не хочу. Так, давайте, наверное, здесь. Навстречу неизведанному. Так, инженер. Поехали. Ха-ха, звон сабель. Что-то, где еще можно апнуть домики? Нас ждут испытания. Так, 470. Пора проложить курс. Не худший манифест. Если вы меня обманули... Вы цените наш труд. Так, рыба, это все есть. Так что сможем апнуть. Хотя, подождите, сколько у нас тут рыбы? Блин, надо проверить. На всякий пожарный. Да, немерено. Окей. Так, а ученых-то у меня стало 1000, наконец. Ради чего все это затеивалось? 920. А, ну он постепенно, видите, 19. Сейчас он постепенно будет увеличиваться до 54. Соответственно, больше 1000 должно стать. Хорошо. На вашей фабрике произошел взрыв.
навстречу неизведанному. Это не суеверие. Повод для праздника. Бананы. Бананы и кукуруза нафиг надо. Так. Ваши люди чествуют своего лидера. Постепенно тут улучшаем. Все. Да, но у меня вот в электричестве нехватка. Нужно отдать. Видите? Вам должное. Хотя, нет, смотрите, работает. То есть нехватка работников из-за того, что это инженеры должны делать. Так, ну когда я этих могу уже? Растут постепенно. Вы нашли свой... Лампочек не хватает. Какие у нас шуми тут лампочки возят. Мне кажется, мне надо сюда добавить... Так, давайте в хлябе глянем, сколько. Вот этот сейчас привозит лампочки в водопады, да? Сколько при этом в хлябе произвелось лампочек? Сколько ждет своего... Ты, да, короче, сюда нужен закройте еще... Уши. Сюда точно нужен закройте еще закройте. Один... кораблик лампочки возить. Они быстрее заканчиваются там, чем приводят, но производства достаточно. Так, тут мы вот это берем и ткань отправляем. Какие у нас есть новый заказ? Не понял, почему у меня все так. Два нефтетанкера. Я хочу сейчас найти, где у меня какие неработающие корабли. Так, тут только военные. В новом свете. Ага, вот есть торговые. А он, кстати, тут торговал. Ну, не, ладно, пока не хочу. Не хочу, верно, на... В Арктике, по-моему, не будет вообще. Да. В НБС сейчас тут куча у меня... Ну, как куча? Один. Выпивоха 2. Вот его добавим на лампочки. Вперед. Теперь будет возить. Так. В мысе... Трелани. Что у нас... Лампочки приехали, я так понимаю, да. Этот город притягивает гениев. Ух ты, папа Луций первый. Уровень счастья. У меня тут, короче, у меня тут, по-моему, везде в ратушах вообще легендарочки стоят, да. Я тут... Мне даже нечего ставить по-хорошему. Дополнительный доход, рабочая сила. Это все, конечно, уже прокачано. Так, сколько... О, все, уже, видите, электричество стали потреблять. Отлично. Так. Это улучшили. Вот у нас еще два, три мастеровых инженера. Так, 239, хорошо. Здесь. А этим чего не хватает? Я чувствую. Всего хватает, тоже скоро захотят инженерами быть. И в каждом доме инженеров 40 жителей, да? Да.
Ну, то есть, в принципе, мне бы еще... в принципе, мне кажется, вот этих, когда вот этих я апну, уже будет достаточно инженеров. Нет, этих я не буду в инвесторов, мне нужны инженеры. Еще инженер. И еще инженер. Так, сейчас они до максимума тут насобираются, и пойдет ваши исследование. Люди чествуют своего лидера. Это исследовательский институт. Две тысячи требуется. Вопрос. Так, сколько у меня сейчас домов? 20, да? 20 домов. В каждом... Это максимум, интересно, 66. Если максимум, то у меня не будет 2000. Да, похоже, максимум. Слушайте, а зачем мне увеличивать тогда количество ученых, если как бы у меня предел в 5... Даже у меня уже предел 9000. Зачем мне еще ученые... Еще мастер. Ну все, пошла. Пошли инженеры, пошло исследование, да? Мы смело познаем неизведанное. Отлично. Ну не знаю, я, наверное, на этом все-таки закончу прохождение. Просто, ну а что тут дальше? Я могу потом просто отдельно выложить небольшое видео со всеми этими открытиями, со всем, что сделано. То есть тут понятно уже. В НБСе все, максимум сделано, вообще до максимума. Тем, что у меня есть, мне не обойти. То есть тут уже ничего не сделать, в принципе. Я тут накапливаю похлебку эту для ученых. Здесь я не очень понимаю, нафига мне увеличивать количество ученых, если я предел. О, уже не хватает. Но это, знаете что, это, скорее всего, у инженеров закончились ламп... Не, кофе закончили. Кофе привезут. Закончилось адмирал. Кофе. Адмирал! Мы больны, вот беда. Оспорим заявление капеллана. Великий момент. Что привезли? Черного носорога, морскую свинью. Ну, вот это вот новое, кстати. Носорог — это новое. Коллега создал прибор для вычисления чего угодно. Нас интересуют вещи, а не люди. Пораздим океан! Зато честно, да? Мы в дрейфе. Сколько жизней у нас осталось? То есть просто ради интереса, ну как бы для ачивки увеличить количество ученых. Ну так уже, у меня уже предел 9000. Не знаю, за счет чего было же написано повышение лимита плюс 1000, когда вот увеличивается количество ученых до определенного количества доходит. Больше 5000 мне вообще не надо. Ну... Так что я считаю, что прохождение дополнения закончено. Тут все, что в универе делается, это по-хорошему тупо облегчение это жизни. Это не какой-то новый здесь контент, грубо говоря. Это все это облегчение жизни. То есть исследование, вот тут вы можете открыть великих людей, механизмы и животных для того, чтобы не посылать экспедиции. Вы просто или экспедиции, или не покупать их у других. Вы всех, вообще все
всех великих людей можете открыть, всех технологий, все культуры. Это вот вы можете открыть, чтобы потом вот здесь, в разработке объектов, их создавать. Просто вы выбираете какую-нибудь вот этого Геллада, за 5000 очков и 500 инженеров создаете его. Все. Вот вам нужен какой-нибудь там предмет, чтобы улучшить. Это чисто облегчение жизни. И тут, чтобы не возить какие-то предметы, вы просто создаете... Great Eastern у меня есть этот корабль. То есть, если до этого вы могли только один такой корабль сделать... Благодаря исследовательскому институту вы можете их немерено сделать. Это лучший торговый корабль в игре. Ну, дома ученых, понятно. Улучшенный причал. Очевидно, наверное, вы ставите один причал, к которому может много кораблей приставать, я так понимаю. Видите, можно идентифицировать объект, который у нас уже есть, просто его использовать. Ну и так далее. Нефтяные источники, чтобы не делать одну, не делать несколько этих нефтевышек, вы в одном месте все это можете собрать, и в одном месте эти собирать нефть, тоже намного проще. Тип пруды изменить, видите, там, где не хватает чего-то. Ну это просто, да лучше, я не думаю, что это интересно. Я потом, может, как я и сказал, сделаю какое-то отдельное видео. Спасибо, что смотрели. Ваши впечатления об этом дополнении напишите, пожалуйста. Вообще, кстати, мне еще писали в комментариях, что это Anno 1404. Оно действительно так. NBS-а офигительно похоже на то, что было в Anno 1404. Там были норнии, которые вокруг себя орошали. Тут сделали вот такие каналы, которые по периметру, да? Орошают. Там тоже были и светильники, и книги в Anno 1404. Похлебка, по-моему, тоже была. То есть, только там это все на одной карте происходило. Там было так, вот тут как бы западный мир, а внизу восточный. Вы вот так... Ну, там восточный, так, конечно, не Африка, там восточный мир, типа арабская, там пустыня, но... Вот ощущения такие же. Очень, очень много все похоже. На этом все. Играйте в умные игры и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.